На ближайших аукционах фонд «Гомель-облимущество» предлагает к продаже жилые дома. Например, в Калинковичском районе в деревне Михайловская на торги выставлено 2 одноэтажных 4-комнатных дома. Они расположены на улице Минской. Площадь 62,66 квадратных метров. Начальная цена объектов примерно 1700 рублей. В агрогородке Домановичи на улице Ленина продается одноэтажный дом блочного типа. Он состоит из 11 комнат общей площадью 425 квадратных метров. Начальная цена около 12 тысяч рублей. В агрогородке Горочичи по улице Привокзальной предлагается к продаже одноэтажный блочный дом на 2 помещения. Он состоит из 4 комнат площадью почти 80 квадратных метров. Начальная стоимость чуть более 4700 рублей. Кроме того, в Калинковичском районе можно купить и много других жилых домов площадью от 40 до 140 квадратных метров и стоимостью от 1000 до почти 4000 рублей. И еще одна новость. Специалисты изучают спрос на жилье, которое находится в деревне Озерщина Речицкого района. Это однокомнатные и двухкомнатные дома площадью 63,65 квадратных метров. Начальная цена объектов варьируется от 5,5 до 10,5 тысяч рублей. Если потенциальные покупатели проявят заинтересованность в приобретении этих домов, то с целью их продажи будет проведен аукцион. Дополнительная информация об этих и других объектах есть на сайте фонда «Гомель-облимущество». Также ее можно получить по номерам телефонов в Гомеле 70 38 49 или 70 36 43.